Там бухта заправляется, да, проволоки? Да, да, да. Там стоит колесо, которое включает вторую скорость. Проволоки становится меньше, ага. Он поднимается вверх, ролик, включает вторую скорость. Потому что он размазывается, ага. Этот поднимается, он быстрее начинает работать, понимаешь? Ну, да. Набирает, потом ролик до конца вниз падает, включается, ну, как, опять вторая скорость. Сенсатор, типа, да, да, да. Потом стоит здесь стабилизатор. Тут ударов на основном не было. Да. Он нагрузку дает на то колесо. Вот на тут понял. А это нагрузку на размотку. Угу. Это обыватель. Это вы сами сделали. То есть провод, попадая сюда, крутит ролик. Масло поднимается. И после ролика стоит резинка. Как бы моется резинка. Проволока, да. Смазывается, моется. Thank you.